DLC, мы вернулись в PLC. Здорово, 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 братва, здорово, геймеры, здорово, всем продолжаю сразу пилить видосик. Продуктивно у меня день, вообще у меня продуктивные каждый день одни, только сейчас закрою стимчик, у меня тут открыт. Пилил видосик тут один. Предыдущий видосик пилил про то, что мы будем играть. Какие игры? Январь, февраль. Ну что же, журнальчик. Что можно из журнальчиков... Какой журнальчик? Нафиг. Мы берем вот что. Мы берем дополняшки. Дополняшки. Дополняшки мы берем. А нет, стоп. Не дополняшки. Я же говорил, что мы переместимся. Вот сюда мы переместимся. Мы переместимся в эту локацию. Шестая улица. И попробуем здесь... Ну, не попробуем, а, короче, будем всех бандитов драконить и всех будем убивать. Всех будем убивать и, соответственно, это, зарабатывать себе очочки. Короче, просто будем развлекаться. У меня же микрофон красным светится. Я так плююсь в него, что ж. Поп-фильтр может даже не сработать. Надо, кстати, его, может, без поп-фильтра попробовать. Будет ли сильно плеваться? Я не знаю. Но только что от Рипера. Со стимулятором какие-то проблемы. Глаза разуй, блядь! Че? Это кому говоришь? Глаза разуй, блядь. Это ты мне сказал, скотина ты. Скотина. Вот какие тут невежественные люди. Вот вызывают пресс... Ты у меня сейчас получишь. Пошел ты. Может, то и он. Ну, понятно, у нее проблемы со стимулятором. Она сама сказала, у нее проблемы со стимуляторами. Или с чем там? У Рипера, там, у Трипера была. Вот там, как Трипер подхватила у нее. Короче... Не люблю подслушивать, но здесь интересно. Журнальчиками кто торгует? Или это бесплатно? Что вообще раздают здесь? Раздают... Ой, да я же не выглядываю то. Так, вот. Базли. Слушайте, смотрели видосик у меня там? Надломленный перчик. Вот один чел себе установил какой-то там протез или какой-то электронный... не знаю, электронный писюн, и он у него, короче, начал сжечь. Блин, там отдельный видосик прикольный. Говорит, отвези меня быстрее починить. На ремонт, мой писюшку. Кто там... Извиниться, кто-то хотел. Все. Что тут еще? Хром. Какие-то... Что это Кэрри пишет? Кэрри? Тут вообще Кэрри подсовывают... А, это Клэр Рассел. Что она вообще хочет? Это что ты хочешь? Я не знаю, может, и хорошо, что ты поехал со мной, иначе, кто знает, как бы все кончилось. Кончилось? Ну, кончилось нормально. Чуть-чуть ответи. Сэмсон, дайте какую-то херню, короче, сморознем, все. Пошла в сраку. Короче, заебывают. Вот. Сюда, ну, правильно? Шестая улица. Шестая. Вот эти вот окраины. Переместились. Здесь главное выбрать уже оружие такое какое-то нормальное. Слушайте, если снайперку, тогда нам надо отключить... Нелетальный имплант убрать. Он у меня стоит там по-любе. А так как здесь киберпсихов нету. И я хочу попадать в голову. Так как, смотрите, фишку покажу. Значит, снаряжение, киберимплант. Если вы здесь в глазу установите себе анализатор... Так, анализатор цели, который превращает урон от всего вашего оружия в несмертельное. То есть отключает дополнительный урон от попадания в голову, наводит умное оружие преимущественно на конечности. Ну нафиг нам надо, если мы снайперкой будем стрелять, нам надо в голову. То есть мы туда просто автоматическое подсвечивание цели, и этого будет достаточно. Все, мы как бы попали куда надо. Теперь просто рыскаем снайперку. Снайперку. Вот. И нам надо... Вот смотри, там бандиты. Вот где-то вот в этот микрорайончик. По-моему, здесь он такой был. Микрорайон. Микрорайоном. Сразу здесь... Нет. Вот сюда. От этих бандитов пойдем вот сюда. Вот здесь такой... Он такой вот прикольный. Он самобытный, ребята. Там такой заброшенка, Чернобыль, короче, такой. Хрень. Обижаете? Обижаете? Видите? В голову. Хыч. 145 тысяч. Критическое попадание. Нормально? Полиция? Незаконная деятельность?
Это полицейские были? Вы меня не трогайте, не трогайте. Но это же не полицейские были, ведь правильно? Быстро, быстро! А ну? Нет, не полиция. То есть они меня еще каким-то образом хотят уничтожить? У нас потери! Тема в зацвете. В ногу. 16 тысяч в ногу. В ногу, ребята. 16 тысяч в коленку. В голову. Сейчас посмотрим, какой урон будет сблизко. 134 тысячи 122. 122. Вот так, единица. И он остался, ну, без головы. Лужа серебра. Молоко. Он дрон. Ты еще живой? 139. Винтовка. 13. Слушайте, да мы сейчас винтовочку так неплохо... живи, строитель. Повысим уровень винтовки. Мы уже давно ничего не разбирали, кстати говоря. Из оружия. Там, наверное, дохренище накопилось. А они не разбирали, чего ж не разбирали. Позапрошлое или прошлое разбирали. Это электрическая дубинка. Ну, электрическая у нас легендарка есть. Нам чё? Это светящаяся палочка. Вот куда ее можно применить? Вот кроме вот этих извращенских штучек. Кинуть в какую-то темную материю. В темную яму, чтобы подсветить, засветить. Получили 3000 долларов. Слушайте, это что? Разве... Это ж не полицейский. Это... Кто-то, опытный охранник, он настолько опытен был, что он умер с одного выстрела. Эта винтовка у меня опытная, а охранник неопытный. Аякс. Разбираем, чувствую, у нас скоро будет перегруз. Вот, как видите, 364 из 392 единиц у меня заполнено снаряжение. Разобрать до хрени... до хренища. Слушайте, разбирать это будем? Мы с ней поигрались, мы... А может, мы вызовем сейчас автомобиль туда, сложим, вот это легендарочки сложим из оружия. Пусть себе там хранятся. Вот отдельно, чтобы их не разбирать. А так и поступим. Ну и чтобы они не маячили и не забирали у нас лишние мышцы. Это я раньше и град разобрал, может и... Из града давно не стрелял. Тоже интересно с града пострелять. А 222. Не-не-не. Подождите. Что-то у меня вес какой-то еще есть лишний. Вот. Да хренища лишнего веса здесь. Вот это вот. Здесь 1500. 1900? Ни хрена себе! Слушайте, у меня электрическая дубинка 1500? 399. А это 1900. И я... Походу мир сошел с ума. Это 1100. Это разобрать. Да, давайте эту трубу возьмем. Слушай. А что тут можно добавить в трубу? Трубу повышает скорость атаки оружия на 0,3. И... ну. Опять скорость атаки, но этого достаточно. 1900 труба. Сейчас пойдем с трубой. На куда? Нахер пойдем. Вот так вот. Побежали. Я хотел свою машину положить. Легендарная я же, да? Я же вам не соврал? Не соврал. Хочу вызвать... Арчик, аутло, и сложить туда в этот аутло, аутлокер, вон там автомобильчик мой стоит. Здесь просто сюда он не может подъехать, он у меня сразу на стояночке. А мы туда сложим оружие легендарное, которое мы не используем. Открыть тайник. У нас уже сложено, видите? Вот это мы туда сложим, и что мы еще туда сложим? Вот это вот мы сложим. Это пока мисс...
Вот это у нас... Слушайте, это Юкимура, что ли? Не, Юкимура... Юкимура пусть будет. Юкимура, Юкимура при мне. Помашем, помахаем трубой. Какая раритетная тачка. Говорите, 1900 урон. Но я еще раз сейчас посмотрю. Об этой трубе надо почитать. Слушайте, а урон 1900 даже больше, чем... Не, не, винтовка, она там 2000, до 200 тысяч урон наносит в голову. Так, ударное оружие, физический урон, нормальная вероятность критического попадания, критический урон, вероятность кровотечения, повышает скорость атаки на 2. На 2 единицы, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, как будут разбираться. А разборки разборкам это рознь. Сейчас попробуем так наказать. Черт. Хыч! Чел, это труба, это тебе труба. Это ниндзя. Он даже он не успел даже охренеть, ребята. Труба или не труба, чел? Как думаете, это труба или не труба? Мне кажется, это труба. Па-п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 а
Хыч! Хыч! Че, ты еще стоишь? Ты еще стоишь? Лежать, сидеть. Я здесь. Ха-ха-ха, прятки. Прятки, я здесь. Я здесь. Хыч. Осторожней. На тебя по бороде. Бородка бритая. Гдю-гдю-гдю-гдю-гдю. Почему же психопат? Снегопад, а не психопат. Снега... Вот этот подскользнулся, чел. Не снегопад, а психопат. Не психопат, а снегопад. И вообще... О, патрончики. Винтовки. Ну, мы можем патроны и сами уже делать. Ну, все-таки, дядьки, прокачанные. Ты живой. Нелетальное оружие это у нас. Мехатронное ядро. А что оно вообще? Архивный диалог. Прочитать. Джон Шипман и Брэдли Берроуз. Пациент номер 98178. Сбежал. Он опасен для себя и окружающих. Пациента. Ну, пациент пациентом. Пациент пациентом. Ну, сбежал. И еще из поликлиники. Ну, не все же здоровые люди. Вообще здоровых людей не существует на планете. Че это мигает? Че это за аномалия тут? Я вызываю аномалию. Мне кажется, здесь происходит какая-то аномальная активность. Аномальная активность. Сталкер, сталкер, ты меня слышишь? Активность, активность. Аномальная. Аномальчики. Кто здесь играет? Кто здесь балуется? Аномальщиной. Анонизмом. А вы заметили, как у меня голос появился, да? Это что? Это у меня ж ковид, ребята, кстати, я ж... Мне фигачат уколы, короче, и всякая хрень. Таблетками заглатываюсь. Голос появился, то был пропал. Я вообще, это капец, ребята. До того, как мне не прописали лекарства, это, короче, это... Плохо себя очень чувствовал. Сейчас намного лучше. Задвинули клещик. Мы внутримышечно в сраку. В мышцу. В сраку. В сраку. Палец вам в сраку, если подумали о таком. Укольчик. И все нормально. Гормональный. Сиськи-письки растут от этого. Что дальше? Я не дошел до того района, до которого хотел. Неужели я не туда отправился, куда надо? Сбился с пути. 350 метросов. С трубой мы должны ехать на каком-то байке. На Арче. Арронда. На Арче. Трава, которая левитирует. Ну, блин, ну тут сколько этих багов. Это просто писец. Игра прикольная, но багов тоже прикольных. Мармок здесь просто... Он столько напилить может видосов, там, на 10 лет вперед. А здесь у нас есть тайник? Здесь в Арче нет. Здесь колеса вообще передние не крутятся. Не крутяшки. Колеса не крутяшки. Не сюда, прости. Вот, видите, чтобы колесо переднее крутилось? Заднее есть, крутится, переднее вообще не крутится.
Как сделали, непонятно. И что это мне по карте предлагают? Прямо вот так вот взять и спрыгнуть с крыши? Ой, с крыши, с моста? Ну, да, высоко. Где моя трубка? А здесь бои, что ли? Кулачные. А-ха-ха. Тут много бандитов. Тут уже трубой так просто можно не отделаться. Обосраться можно. Так, внутрь зайти. Вижу. Бонзай. Вот оно помещение. Ближний бой. Лежать всем. Сбежались. 5000 критический урон. Ах ты ж стреляшка. Какашка-убивашка. Кто-то внизу. Ну ладно. Я пока пособираю здесь. Оху. Как будто киберпсих здесь был. Но здесь они напали не на кого-то. И полиция или кто-то вызвал похожее подкрепление. Поэтому появляются на карте вот такие обозначения. Бита там. Кого-то надо спасти, кого-то наказать. Сдохни, падла! Неправда. Я выполнил задание. Никаких падла. Никаких сдохни. И вы вообще мне ничего не сделаете. У меня урон. Вы вообще мне урона никакого не наносите. Когда я с трубой такой. Я сам как труба металлическая. Ого, бляха, это начало напали. Это напали, короче, видите? Бандиты, значит, мучачес эти засранцы. Напали на простых жителей. Спустимся, будем наказывать. Все, продолжаем, там внизу банда. Сейчас ты огребешь! Где ты огребешь? Огребешь, отгребешь, ангребешь. Играли в игрушку Angry Birds. Такая игрушка прикольная была. А ты хочешь... Затраты памяти. Самоубийство, киберпсихоз, звуковой шок. Кто она? Шестая улица. Чего тебе надо? Эй, ты чё? Барбекюшку хочу покушать. Просто спрячем оружие, чтобы... Да спрячем, чтобы не драконить. И скажем, мы твои друзья, мы пришли с мира. Ребята, я хочу, честно говоря, я хочу на пикник. Да что за... Схватить. Давно я не херачила людей. Совершить несмертельное приносить. Ой, да не-не-не. Ой, я, кажется, их убил. Я пришел с миром на пикник и убил их. Какой же я болван. Кто же мне будет дальше жарить? Кто же мне будет дальше готовить? И я же не умею так вкусно готовить, как это готовила эта женщина. Женщина из шестой улицы. И не, походу, ей не там, где надо. Карта. Но это не та улица. А где же я там был? Мне так прикольно нравилось. Шестая улица. Как теперь мне найти тот район, который мне нравился? Заброшенка. Может, он здесь где-то? Вот здесь вот, может, он. Хрен его знает. Не помню. Ну тогда сюда. Сюда уже даже просто по бандитам пошел. Просто по бандитам. И все. Знаешь как? Пошел по наклонной. И кто-то говорит, пошел на блядки. Нет, они блядки, это... Это просто... Это просто я пострелять решил. Как же к вам обижать-то? Красная зона. Общественная зона. Разбой. Ну, разбойники, как же к вам туда попасть-то? Разбойники. Вот, где? По мусорникам, как бомж лазить. Па-па-пам. Па-па-пам, па-па-пам. Давайте так сверху как-то залезем. Осмотрим территорию. Можно, конечно, бандитскую гранату, короче, кинуть. И чтобы нам показали, засветили, кто там что находится. А чё вы? Почему вы на простых работяг нападаете, а? Что происходит? А? Сраку тебе. А меня убили. Меня убили. А вот и
палец в сраку. Где там последняя сохранялка? Это так обидно, ребята. Это так, меня просто за мою похабность. Меня наказали. Ну как наказали? Походу я когда его убивал, он... Есть там некоторые засранцы, как один из них я тоже, выпускает электрический заряд после убийства. Ну как, после того, как остается у тебя менее 15 или 25% жизненных показателей ХПшки, твое тело, твои импланты выпускают электрический разряд, который наносит урон твоим противникам. Поэтому, если там есть такие засранцы, будем работать. Не, ближний бой. Значит, ближний бой у нас будет с дробачом. Разбежались. Стали, не? Сука! Кто сука? Я скотина, не сука. Не умерла еще. Ты смотри, какая. Оно. Оно какое злое. Я тебе ближе подойду, поцелую тебя. Щечку. Э? Как тебе такое? Поцелуй дробача. Че ты обнимаешься? У тебя без рук, без ног, ты за голову хватайся. Накимата. Накимота. Нет, я не хочу такое себе будущее, ребята. Такое будущее, оно очень опасное. Когда такие шестерки шестой улицы. Мы здесь как бы... Нам надо? Это ж преступление. Преступление, мы сделали им наказание. Надо вот так вот поставить. Чтоб мы нашли, что там, где там находится, что надо найти, что надо взять. Вот. Шлем ветерана, жилет Мельстрёма, архивный диалог. Взять все. Светошумовые гранаты, поисковые гранаты и сейфик. И евро-доллары. Ну, можно, в принципе, отсюда идти. Легендарок никаких не светится. Вот, простое все. Чел, тебе больно? Да, конечно, больно тут. Смотрите, блин, как мы дробачом-то разнесли. Не тот райончик, который я хотел, конечно, мы попали. Но тоже неплохо. А вот и банда. Здравствуй, банда. Ёпта. Ковид. А где наша машина? Одна из любимых машин моя. Это 911 Porsche Turbo. Джонни Сильверхенда. Помните такое? 911. Ну, сейчас он не 911, он больше называется как не 900, а как-то по-другому. У него передние фары закруглены там. 920 какой-то или 960 какой-то, хрен его знает. Но машина реально сейчас современная машина. Вот такие Turbo. Porsche. Не Cayenne, а... Или какой-то Porsche 911. Они... до 2,6 секунд, по-моему, да, они разгоняются до 100 км в час. Правильно, мы сюда едем. Просто у нас на карте наложилась синенькая полосочка к навигации на желтую. Не люблю я такие засветы. Когда из кабины смотришь, тебе просто все засвечивает. И карта эта еще гоблинская. Блин, справа вот глазами, видите, вся стреляю. Вправо, 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 в экран. Ну нахрен это делать?
Ты или пометь, когда вот эти гонки были, мы ездили. Королева автострады. На карт у тебя накладывался путь, куда тебе ехать, прямо по дороге накладывается. Или прямо над машиной сделайте карту, куда нам ехать, двигаться. Опа, похоже, мы в райончик такой неблагополучный заехали. Здесь можно... Здесь же у нас и банда. Будем дракониться. Подъедем поближе. Не на своих же выходить. Привет, скажи, братва, вы тут это... Не охренели ли вы, слышите? Это что он, блядь? Город? Автострада, что ли? Сейчас. Я бандит. Это тебе так кажется. Это тебе так кажется. Я вообще тут от Джонни приехал. Хрен вы меня поймаете. Адреналинчик, хреналинчик. Так, все, пора выходить. Пора тут всех разносить. Нет, я не верю. А нет, я не сталкер. И не бандитик. Я просто люблю вас всех. Целую. Целую в щечку. Тыч. А высоко лечу. Далеко гляжу. Ну как, я прыгаю, а? А? Чумба! Здравствуйте, я ваша смерть. А зря ты в меня стреляешь, чел. Ну зря, ну честно. Зря. О, этот хочет меня... Нанизать своим оружием? Нанизыватель? Что у него там такое? Некий мод. Ну, я так и знал. Это электромагнит или какой-то. Твою мать! Да сколько можно? Сколько можно? Пока патроны не закончатся. Просто... Он сломался. Он испугался. Давайте ему критически еще. Сделаем. Критику. На метакритике. Кто еще живой есть? О! Двоих нет. Как ты разлетаешься красиво. Не, это, конечно, не маньячило, это так. По механике. Чуть-чуть пару слов. О сумасшествии. И вижу на карте, там еще кто-то есть. И разбирашки надо будет делать. Или это... Так, где здесь кто-то есть? Кто-то здесь еще наверху есть, не убитый. А вот так вот. А, я тебя прям сраку. Все? Нет, мы здесь еще не закончили. На карте, вот видите, пришли и... Или просто разобраться с организованной преступностью и все. Просто разобраться с организованной преступностью, ничего не надо собирать. А как мне к этой пробраться, тете, дяде? Кто там был наверху? Лестница где? Я тебе сам наваляю! Значит, мы еще не разобрались с организованной преступностью, видим? Вернее, слышите? Ну, все, общественная зона уже очищена. Очищена от говна. От плохих парней. Не будем их говном называть. Пра-па-па-па-па-па-парам-па-парам. Вот что мы получили.
мы его скидываем, этот пулемет автомата КПП. Как так? Крупнокалиберный пулемет. ККП-31, крупнокалиберный пулемет. Он здесь только один такой, именно крупнокалиберный. Его мы... А может, как-то персонаж можно прокачать, чтобы он у нас был постоянно в снаряге. Ну, ты его носишь, сменяешь, он у тебя просто выкидывается. Все, люди, живите. На простых строителей нападают, на простую стройку. Ну, зачем на работяг-то порабощать их? Ну, вот зачем? Вот простые люди работают себе, никого не трогать. Нет, бандиты прилезли туда, засранцы, что-то там хотят сделать. Деньги отобрать, мутятся, что вам же, ёпта. Как бы разобрались. Ну да. Баллончики газовые. Так, где наш автомобильчик здесь был? Я же на нем заехал. Не могу его найти теперь. Он проп... А, нет, стоп. Вот здесь где-то за углом. На карте. Вот, вот здесь. Вот он. Вот он. Горит немного, светится. Мы перегружены. Если мы перегружены, значит, всякую хрень надо... Ух, нифига себе, ребята, пособирал. У меня уже, смотрите, сколько здесь. 19900... Сколько здесь предметов до хренища собрано. И легендарных, и все. Значит, погнали. Разбирашки. Но у нас и редкие прибавляются, и другие прибавляются. Нам, наверное, все-таки надо не редкие, нам больше надо... Не, редкие нам тоже надо. И редкие, и эпические предметы, и легендарки разбирать. По идее. Потому что благодаря этому мы сможем еще делать разные снаряги. Хотя я уже давно не делал так. Так не занимался. И у меня была такая идейка. Вот какое-то новое что-то из одежды прикупить себе. Побил немного. Парше. Из одежды, ну как, не целое, а чтобы изготавливать. То есть чертежи нам надо. Чё-то некрасиво. Лёг. Но для этого надо опять сидеть там минут, ну, 20, там, 30 потратишь там. 2 миллиона эдиков себе намутить, накрутить. Этого что-то не хочу делать. И ехать опять, ездить по магазинам дорогущим. Собирать, где там чертежи покупать. Горим, 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 горим. Горим, карим. Куда мы теперь поедем? Куда мы поедем? Поедем, короче, спасение. Вот спасем утопающих. Давно уже не спасательными операциями не занимались. Мотор. Мотор не горит. Значит, ехать можем. Здесь что-то есть в 120 метрах. Да, я тоже так подумал, когда увидел, что машина горит. Твою же мать. Она еще будет гореть. Присмотрите за моей тачкой, ребята. Я вам дам по доллару. Yes? Эй, какое дело? Есть одна тёлка из полиции. Начальство поняло, что она слишком много знает, и решило от греха подальше сдать ее в психушку. Тебе надо ее вытащить. Так сказать, защитить закон. Детали в письме, я на связи. Хорошо, красавчик. Добрый день, доктор. Просто войти? Готовят дефибриллятор. Просто трата денег и времени. Двинутых надо стрелять, не разводить. На меня вообще никак не реагирует. Я вроде что-то видел. Иду проверять. Так все просто. Это просто будет месиво здесь. Поберегись! Давайте пистолетик еще. Не-не-не, хочу пистолетик. А, нет, в снаряге. Давайте вместо этого юкиморчик хочу себе. Повысим немного его. Разряды. Эпику возьмем. Не эпику не будем брать. Черкиши, отвертки, деньги есть. Классические туфли. У нас там... А, слушайте,
Мы из одежды не посмотрели. У нас в одежде, наверное, там хреново туча всего уже. Которого тоже надо поразбирать. Стреляй! Позиция опустела! Позиция опустела. Опустили, опустили, опустили. Мы расчистим путь сначала, а потом уже будем выходить. Не догонишь. Не догонишь. Не догонишь. Я знаю, я с бабой просто буду выходить, а там... будут меня, короче, досаждать. Будем биться, биться на пистолетах. Биться, биться, биться. Имбецилы. А путь расчистили. И мы его не убили. Но нам надо спасти женщину. Почему я не могу вызвать лифт? А? Возможно, надо пропуск получить. А если пропуск получить, значит, их все надо пособирать. У кого-то, возможно, здесь пропуск. Ну, давайте все пособираем. Допуск, пропуск. Или сюда бежать. По лестнице. Вот, отсюда можем вызвать лифт. Поняли? Оттуда нельзя было. А, не-не-не-не, нам наверх надо. Все, я попал. И я все. Так и по лестнице можно было подняться, если там, конечно, что-то открыло. Да нафиг ключ, у меня сила. Нахер мне этот ключ. Привет. Это ты, Жасмин Диксон? Да, это я. А ты? Кто тебя послал? Я твой спаситель. Я тебя отсюда выведу. Идти можешь? Я не знаю, куда идти. Куда идти, просто за мной. Не бойся, ты... так, не бойся. Не ссы. Послушай меня. Все будет хорошо. Я тебя отсюда вытащу. Ясно? Да. Я поняла. Я, похоже, накололи какую-то дрянью. Можем идти. А, можем идти. Дай, дай. Ты вообще как... Да, она как сумасшедшая выглядит. Че ты приседаешь? Гнездо кукушки, а? Стой, я тебя даже не сфотал. А мы ей так помогаем. Она без меня решила пойти. Так. Всем приготовиться! Всем приготовиться. Куда нам вообще надо идти? Вниз? Можно их всех психов повыпускать? Пусть всех будут на... Давай так. Алло. Алло, алло, вызов. Как их всех выпустить оттуда? Ну, нам на первый этаж надо. Твою ж мать! Ладно, иди за мной. Все, элевейтор или сюда. Иди, 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 девочка. Вот, можно было пойти этому. Так, открыть. Здесь мы были. Ну, никого нет, только на выходе один охранник там или два было. Там писюна какого-то и все. Все, как бы раз, два и обчелся. Слушайте, ну ты так будешь вот это сидеть, наслаждаться своей смертью? Сдохни! О, а что здесь? А здесь можно было потихарю так пройти? О,
Иди за мной. Тут кихарная комната. Как она так оказалась здесь? Не-не-не-не, тихарик им сюда. Сюда. Вот как по тихарю надо было зайти, вы поняли? Вот как выглядят тихарные комнаты. Перед тем, как отсюда выходить... О, так мы... Нашли, хотя не хотя, выход. Кто стреляет? Центр! Я один остался! Это правда. Один засранец остался. Ну что, тетя? Открыть способ... Очки появились у нас. Очки. Ну что? Что? Проводить же Жасмин к машине. Погнали. Я не знаю, где машина находится. Но мы ее сейчас проводим. Нет. Два. Было одно тело, стало два. Я хочу здесь присесть, взять новый предмет. Не могу. Ну, Жасмин, я не знаю, где твоя машина, честно. Ну, ты иди за мной. А где Жасмин? Она без меня пошла? Какая-то страшная. А Жасмин? Не Жасмин? Жасмин. Иди сюда, к машине. А, блядь. Ай, блядь. Да. Садись. Садись. Ты ее знаешь? Тебя отвезут домой, к мужу. Он тебя ждет. О, господи. Я думала, что я... Что уже никогда. Ты не знаешь, что они... Сколько раз... Каждый вечер... А ты садись давай. Хорош базарить. Мужу потом в жилетку поплачешь. Садись. Я... Ты. Не знаю, кто ты. Спасибо тебе. Ви. Просто Ви. Все, садись. Какого хера? А смотрите, они вообще одинаковые. Какого хера? И движутся одинаково, приседают одинаково. Добротная работа, Ви. Я знаю. Жасмин уже едет к своему супругу, а он уже отправляет мне мой гонорар. В смысле, наш гонорар, конечно. Спасибо тебе, Ви. Закрываю заказ. Здравствуйте, вы из какой улицы? Перезагрузка. Шестая улица. Лежать. Лежать, отдыхать. Какой звук? А чё не? Еще встаю. Опа. Из земли. Из-под земли стреляет, засранец. Нет! Нет. Как такое может быть? Блин, а черви мы... Они прям из-под земли начали стрелять. Они провалились прям в землю, и оттуда одна голова торчит, руки. Блин, это была приколюха. А может так критических миллион ударов наносить? Ты еще живая или живое? Никола. Тесла. 4 очка опыта. В рукопашке бой, общественное место закончилось. Кого-то посмотрим, может еще кого-то высмотрим здесь. Просто наобум. Вот кто-то стоит. Кто ты? Кто ты? Не кто ты. О, нашли что-то. Ну как интересное, там ничего интересного нет. Don't look. Дайте мне еще. Денкен будет это. Бандитов здесь нету, а чучки можно кому-то дать. Ну, мне как, кому еще? В технике мы уже. Ра-та-та-та-та. Может быть, пассивная граната наносит на 10% больше урона. Ну, мы гранатами то и не пользуемся. Такс, инженерное дело. Инженерное дело — это хорошая вещь. Ну, заряжать электромагнитное не хочу. Вы видите область взрыва гранат. Все типы гранат не только оказывают свой стандартный эффект, но и наносят дополнительные 20 единиц урона. А полностью заряженное электромагнитное оружие... Гранаты могут наносить критический урон? Серьезно? Ну давайте. Если критический урон, это нам надо. Мы даже гранатами давно-то и не кидали. Так,
Вспышка, бой. О! Активизировались, скажем. Закидаем их. Прям по голове, да? Вас сейчас, да, всех. А ты в землю не зароешься? Расчленим. Нет, не работает расчлененка. А чё не работает? Не любишь БДСМ? А может он... Слушайте, а почему не работает наше снаряжение на догляд? Мне кажется, киберимплант, наверное, отключен. Чё у нас здесь стоит? Автоматическое подсвечивает цели. Ну да, а почему я не могу ее нормально расчленить? А? Нет расчлененком сегодня? Да не, это неправильно. Гранату, короче, кинул, и сразу у нас появились здесь бандиты. Преступная деятельность. Как я их быстро нашел? Просто наобум гранату кинул. И всего-то, всего-то делов. Это у нас осталась одна голова. Одна голова. Хорошо, а две лучше. Открыть. В тайнике ничего нету. А мы в тайники-то не... Слушайте, а чё мы в машины не заглядывали бандитов? В тайники. Чё мы так тупим, а? Чё мы так тупим? Надо заглядывать. Где-то всё-таки скрытые территории есть. Огражденные. А? Ниндзя-прыжок. Как вам такая разгонялочка? О! Можно я с вами? Бля. Ага. Можно с вами? Да нет, я просто вас пофотать решил. Мне заставочка нужна тут. Слышали, Мавик? Это я. А я, значит, играю. Значит, выдержка. Ни хрена, вот контрастность нужна чуть-чуть. Винетка. Ну и фотография. Есть. Без каких-либо наклеек. А, слушайте, а может что-нибудь там еще сделать? Там наклеечки какие-то? Да, да не, ни хрена не надо. А если между ними стать? Нельзя. Ну что, в меня мантюлили чуть. Что за хрень, а? Что за хрень? Я тоже хочу узнать, что тут за хрень. Тренировочки. На этом будем заканчивать видосик этот, ребят. А чё? И дальше продолжать уже пилить. Я не нашел тот район, блин, а вот на карте. Где же тут шестая улица, ёб твою мать. Может она где-то не здесь, может. Да нет, должна быть здесь шестая улица. Может и здесь это. Не помню. Не помню. Спасение. Не... Да какое спасение? Кровь и ранчо. Второстепенное здание. Второстепенное. Вот сюда вот я двинусь. И оттуда я появлюсь в следующем видосике. Все, ставьте лайки, оставляйте сообщения. С вами был, если Мавик. И будет. И встретимся в следующем видосике. Всем пока-пока.